շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Չորեքշաբթի Վրաստանի խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց այսպես կոչված ինոագենտների մասին օրենքը։ Այդ ամենը բերեց հերթական ակտիվությանը մարդկանց, մարդիկ դուրս եկան Ռուստավելի պողոտա, հավաքվեցին ամենագլխավոր հրապարակում Թբիլիսի, մարդիկ չեն ընդունում սա, շարունակում են ակցիաները, դժգոհություն են հայտնում, եւ ընդհանուր առմամբ այս վիրավիճակը որևէ լավ բանի չի տանում, ամենեն դեպս այդպեսի տպավորություն է ստեղծվում, կապված Վրաստանի Եվրոինտերգրման հեռանկարների հետ։ ԱՄՆ-ի դեպարտամենտը հայտարարություն է տարածել, որում որակել է կատարվողը որպես Կրեմլի ցուցումներ։ Նա որակել է, որ այդ գործողությունների շարժարիթը վրացական իշխանությունների համար Կրեմլի ցուցումներն են։ Իրավիճակը շարունակում է բարդանալ, եւ շատ կարեւոր է այս առումով խոսենք նաեւ մեր վրացի գործընկերների հետ եւ փորձենք հասկանալ, ինչ է կատարվում այսօր Վրաստանում եւ ինչ հեռանկարներ են նշմարվում։ Մեր հյուրն է, որը մեզ միացել է Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքից տեսակապով, դիվանագետ, Ռուսաստանի Դաշնությունում Վրաստանի նախկին դեսպան Վալերի Չեչելաշվիլին։ Добрый день, господин Չեչելաշվիլի. Добрый день. Рад приглашению в вашу студию. Большое спасибо, что приняли. Я только что говорил о том, что в среду был принят во втором чтении пресловутый закон. Мы все равно упорно продолжаем его называть как закон об иноагентах, несмотря на то, что там были какие-то трансформации. Суть от этого не изменилась. Крайне беспокоит та оценка, которую дает всему этому Госдепартамент США, которую дает все этому Брюссель, Евросоюз. И, насколько я понимаю, процесс стремительно идет в направлении лишения Грузии статуса кандидата. Хотелось бы узнать ваше впечатление, ваше мнение о происходящих процессах. Ну, я думаю, что, в общем, мы дали правильную оценку. Потому что, если рассматривать жесткую реакцию, и причем рассматривать ее в динамике, которая идет из европейских столиц, прежде всего из Брюсселя, а также из Вашингтона, совершенно не удивительно будет, если Грузию этого статуса лишат. Причем речь уже идет не только об этом статусе, но и также, да, надо должен сказать, что речь идет не о лишении, а о приостановлении статуса кандидата, точно так же, как речь идет о приостановлении статуса безвизового режима с Грузией. Вот. Но еще более меня тревожит те нотки, которые вот последнее время уже раздаются от наших западных партнеров. И здесь три момента я бы выделил. Уже говорят, что это, прямо говорят, что это закон, инспирированный Россией. Второй компонент. Подчеркивается, что власти прибегают к антизападной риторике для поддержания этого законопроекта, который, безусловно, является атакой не только на европейские устремления Грузии, но и на, также на фундаментальные демократические свободы, в том числе свободу слова. И третье, что это уводит Грузию, внешнюю политику Грузии с траектории прозападной на траекторию пророссийскую. Это уже очень тревожные нотки и... Неудивительно, что протест день ото дня набирает большие масштабы в Грузии, потому что грузинское общество никак, оно может многое, так сказать, простить власти, но переориентацию внешней политики Запада, членство в Европейском Союзе и НАТО на какую-то пророссийскую орбиту, это грузинское общество допустить не может. Вчера посол Соединенных Штатов Грузии Робин Даниган заявил, что власти Грузии отказались от переговоров по стратегическому партнерству США. Создается впечатление, что руководство Грузии использует вот этот вот закон как средство для того, чтобы фактически обрубить все связи не только с Евросоюзом, но и с США. И здесь уже автоматически напрашивается вопрос, для чего и в чьих интересах это делается. И какова будет альтернатива, поскольку до сегодняшнего дня, насколько мне известно, основным фактором обеспечения безопасности Грузии являлись именно США? Ну, это может выглядеть так, как вы сказали, снаружи, но я думаю, что тут грузинская мечта, она попала в собственную ловушку. И в чем это заключается, я попытаюсь сейчас объяснить с моей точки зрения, как одного эксперта, в общем-то, да? Ну, все действия грузинской мечты направлены на то, чтобы, безусловно, одержать победу на октябрьских выборах в парламент. Это понятно.
И главным расчетом было то, что этот закон, он будет способствовать поляризации общества. А так как до начала всех этих событий все социологические опросы показывали, что где-то на 10-12% грузинская мечта опережает главную оппозиционную партию президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на 10-12%, поляризация в обществе, так как она способствовала растаскиванию голосов по двум полюсам, и, соответственно, у других партий сокращали существенно шансы на попадание в парламент, потому что у нас есть 5% барьер, и, в принципе, попадала в, при этом раскладе в парламент только партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария за Грузию, премьер-министра при грузинской мечте. Чисто арифметически получалось так, что грузинская мечта при пересчете голосов неучтенных, которые ниже 5% остаются, попадала в парламент с большинством. Но тут они не учли очень серьезную и такую, ну, очень жесткую реакцию от наших западных партнеров, о которой мы с вами говорили, и которая их заставила этот закон, защищать этот закон, перейдя от прозападной к антизападной риторики. И получается теперь, что когда они хотели использовать этот закон, но одновременно продолжать, значит, западную риторику, эта тактика себя не оправдала. И теперь грузинская мечта стоит перед очень жестким выбором, потому что ее большинство сторонников, безусловно, выступают за членство Грузии в Европейском Союзе и НАТО. Это просто арифметика говорит, потому что это 85% населения Грузии. Получается, что при простом пересчете большинство сторонников грузинской мечты тоже поддерживает западный курс Грузии. А теперь получается, что такой жесткой антизападной риторикой они понесут очень серьезные электоральные потери. И получается, что расчет на поляризацию как условие своей победы превращается в действие со знаком минус. И это становится очень опасным, очень опасной тенденцией электоральной для грузинской мечты. Таким образом, она попала в положение цугцванга, когда каждый последующий ход будет хуже, чем предыдущий. И вот все эти заявления и МИДа, и премьер-министра, каждое следующее заявление загоняет грузинскую мечту в очень в более такой глухой угол, из которого все труднее будет находить выход. Но, а протесты тем временем они набирают обороты и силу, потому что это мотивированное общество, это главная движущая сила, это молодежь, которая очень хорошо знает Европу, которая привыкла жить в обществе с фундаментальными свободами, которая знает Европу, и никакой эмоциональной позитивной коннотации с Россией нет. Поэтому продать эту политику перехода с антизападного на российский трек внешней политики в грузинской мечте будет очень тяжело со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Валерий, будет ли, согласно вашим прогнозам, принят закон окончательно в третьем чтении? Я не исключаю, что он будет принят, хотя прогнозировать это тяжело, но это только первая фаза. За этим будет обязательно вето президента. После этого, если они примут в третьем чтении, очевидно, что они и преодолеют потом это вето. Хотя после принятия, если будет принятие в третьем чтении, ожидаю целого каскада санкций против конкретных лиц, о чем уже прямо говорят на Западе, и ужесточающийся тон заявлений об этом тоже говорит. Поэтому преодолеть вето будет гораздо сложнее. Я думаю, из этих 83 депутатов многие одумаются. Дрогнут. А большинство, дрогнут, да, большинство – это 76 голосов, да, а 83 было отдано. То есть если 10 депутатов, условно говоря, уйдут из этого пула, то закон, значит, не будет, вето не будет преодолено. Но даже если вето будет преодолено, дальше мы планируем, это около 150-200 неправительственных организаций и политических партий и так далее, подать коллективный иск в Конституционный суд с признанием этого закона неконституционным.
И это будет следующая фаза борьбы, которая нас практически приводит хронологически к концу июля. Вот. Ну и это практически уже преддверие выборов, и тогда уже все это выплеснется в предвыборные дебаты, процессы и так далее. Ну и далее уже выборы будут, покажут выборы на самом деле, что и как происходит. Но вот фазирование этого политического процесса я приблизительно так себе представляю. Господин Чичашвили, вот вы отметили, что фактически, да, это уже мой вывод, с преддверии выборов, фактически преддверии выборов, грузинская мечта сегодня идет против большей части собственного, даже собственного электората, не говоря уже об общем электорате, и фактически плюет против ветра. Для этого у нее должны быть какие-то очень весомые причины и резоны. У нас тут в интернет-пространстве циркулирует слух, я не знаю, у меня нет подтверждения, я хотел бы поделиться с вами, версия, согласно которой Россия обещала правительству Грузии возвращение Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии при условии, если Грузия возвращается в зону влияния России. Вы что-нибудь слышали об этой версии? Насколько она состоятельна? Я слышал об этой версии, но она, мне кажется, очень неубедительной, потому что это идет вообще против всей философии российской политики по отношению к своим соседям. Значит, и серьезно я этот вариант не рассматриваю. Более весом, мне кажется, предположение о том, что просто из Москвы сейчас посчитали, что сейчас время окончательно взять контроль над Грузией. Понятно, что Россия пытается укрепиться на фоне общего ослабления своих позиций по всему периметру. Ухода из Азербайджана, вывода военной базы, да, из Азербайджана. Ухода из Азербайджана, ослабление позиций в Армении, с Грузией. Так понятно, какая была ситуация. То есть Россия сейчас стремится закрепиться в Южном Кавказе и закрепиться, соответственно, во всех трех отдельно взятых странах. И цели здесь одни, а методы и инструменты просто разные. Ну вот. Но сейчас посчитали они, что вот как раз время оказать давление на грузинскую мечту с тем, чтобы произошло то, что происходит. И об этом, ну, просто даже не надо сильно, так сказать, быть большим аналитиком, потому что если просто посмотреть заявления, которые идут из всех западных столиц, и с другой стороны из Москвы, то в Москве Песков, Лавров, Медведев и уже сейчас Дугин. Ну, после Дугина уже некуда идти дальше. Понимаете? И они, посмотрите, в какую они собственную ловушку попадают, русские. Значит, они говорят, что нет, это никакой не прорусский закон, это на самом деле проевропейский закон, который помогает укреплению суверенитета Грузии, продвижению в европейском направлении. Ну, так, ну то есть, когда нет аргументов, да, получается, что ты, собственно, вынужден очень противоречивые, в одном предложении буквально комбинировать противоречащие друг другу компоненты. Это, собственно, произошло и с почетным председателем грузинской мечты, господином Бедзина Иванишвили, который на этом митинге, который они свезли со всех уголков Грузии автобусами и этими самыми, как его, минивенами. Я даже не знал, что столько автобусов в Грузии есть. Весь город был забит автобусами. Да? Он в своем выступлении практически, которое было полностью антизападным, да, и там он... Там господин Бедзина очень далеко зашел в этих антизападных, так сказать, своих нарративах. Завершить он свое выступление был вынужден тем, что несмотря ни на что, Грузия вот действительно будет обязательно европейской страной, и к 30-му году он обещает, что Грузия станет членом Европейского Союза. Почему это он сделал? Это было совершенно нелогично, исходя из структуры речи, но он вынужден был сделать так и сказать это, потому что все население Грузии ждало этого от него, но ждало не в контексте противостояния нашей политики западным нашим стратегическим партнерам, а в контексте этой политики. А получилось вот этот как полный яролаж, так сказать, внешнеполитический, идеологический, который на пользу грузинской мечте не идет, потому что аргументы оказываются очень слабые на проверку. Вот. И это мы все увидим в предстоящем политическом процессе, который мы ждем. Он будет жесткий, горячий будет. Вот. Но ну, так вот это был выбор грузинской мечты. Она, значит, своим решением этим противоречивым ввергла
значит, Грузию в очень жесткую спираль поляризации и противостояния. Господин Чичарашвили, последний вопрос. Насколько я понимаю, грузинскому вот этому протестному движению, которое протестует против правительства, не хватает главного харизматичного лидера, харизматичного политического лидера. Мне, насколько мне известно, таковым лидером для Грузии является Михаил Саакашвили, который по-прежнему находится в тюрьме. Я поискал на просторах интернета, не нашел ничего о его возможной реакции. Может быть, вам что-то известно? Есть какие-то послания, месседжи от него? Реакция, конечно, от него есть. И недавно было в интернете, кстати, интервью госпожи Кати Котрикадзе из «Дождя». Она каким-то образом умудрилась взять у него интервью. Если у вас будет возможность, найдите. Оно доступно в интернет-пространстве. И там третий президент очень активно высказывается о всех процессах. Ну, его позиция понятна, тут ее дублировать смысла не имеет. То, что сейчас говорит большинство экспертов, Михаил Саакашвили говорил уже очень давно. Вот. Но, в общем, я с вами согласен, что нового харизматичного лидера не хватает явно. Никто из политических фигур, которые действуют на оппозиционном поле сегодня, значит, они, к сожалению, не могут выполнить по каким-то объективным и субъективным причинам эту роль. Ну, единственное, что я могу сказать, что у нас есть коллективный харизматический лидер. Это наша молодежь, наше студенчество. Ведь понимаете, в чем дело? Значит, в 2005 году в результате смелых реформ Михаила Саакашвили и Кахил Умая, министра образования при правительстве Саакашвили, в 2005 году первый раз грузинская молодежь поступила в вузы без взяток. И первый поток этих людей закончил университеты в 2009 году. И представьте себе, 14 выпусков было уже. Этой молодежи, которая привыкла жить в свободном обществе, без взяток, с европейскими устремлениями, у которых практически 90% этой молодежи побывало уже в Европе. Лоукостеры, без визы и так далее. Да? Невозможно теперь их убедить в том, что Тамбов лучше Тулузы, понимаете? Или Воронеж лучше Сорбонны. Не убедите в этом их никак. Ну, никак. И противопоставить себя этой силе – это чистой, чистой воды политическое самоубийство. Просто действительно сейчас внутри грузинской мечты должны быть приняты очень смелые решения, и она должна пойти на серьезные компромиссы, если хочет сохранить себе политическое лицо. А если нет, то тогда... Сохранить политическое лицо и сохранить власть? Ну, по крайней мере, до выборов. По крайней мере, до выборов. Потому что, в принципе, все это должно решиться на выборах. 26 октября. И в конце концов Грузия достойна того, чтобы мы провели конкурентные, свободные, справедливые выборы, да? Что, скажем, в Армении вы уже несколько раз проводили в последнее время. А у Грузии, к сожалению, такая динамика, что после 2018 года каждые следующие выборы были еще хуже, чем предыдущие. Поэтому в этом контексте очень важно еще, чтобы наши стратегические партнеры из Европейского Союза прежде всего оказали максимально возможное такое действие по такому коллективному сильному наблюдению над выборным процессом и процессом подсчета голосов. Потому что тут, конечно, административный и финансовый ресурс, грузинская мечта, как и раньше она делала, использует в полной мере. Господин Валерий, мне остается лишь пожелать вам успеха в вашей борьбе. Все наши мысли, все наши помыслы с вами, потому что у нас в этой борьбе общие интересы. И мы все это прекрасно понимаем. Очень надеюсь, что вам удастся преодолеть то, что делает грузинская мечта, и идти дальше к настоящей грузинской мечте. Большое вам спасибо. Спасибо вам большое за пожелание, за вашу и нашу свободу. Մեր հյուրն էր, որը մեզ միացել էր տեսակապով Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքից, Ռուսաստանի Դաշնությունում Վրաստանի նախկին դեսպան Վալերի Չեչելաշվիլին, իսկ ես այսքանով ավարտում եմ իմ այսօրվա աշխատանքը առաջին եթերում, կհանդիպենք։